Звонок! Этого первого звонка в Куюках ждали давно. Отсутствие школы было главной проблемой поселка. Новый лицей построили за рекордные сроки – всего 6 месяцев. Сегодня мы открываем технологический лицей в населенном пункте Куюки, который стал долгожданным подарком для всех детей и родителей Пестричинского района. Ежегодно возрастают требования к современным школам. Ваша школа обеспечена всем необходимым оборудованием, всей необходимой инфраструктурой. Лицей рассчитан на 1224 ученика, но здесь будут учиться на 150 детей больше. Только первых классов 10 параллелей, в остальных по 6-7. Пока набрали только школьников до 9 класса. 1375 детей на сегодняшний день, но учащиеся у нас прибавляется. Естественно, у нас собраны дети из казанских школ, из сельских тоже есть, из районных центров. До этого детей возили в школы Казани и Салмачи. Приходилось часами стоять в пробках. Мы вставали в 5 утра, чтобы доехать до школы, и все равно опаздывали. К 8:30 мне нужно было идти на урок, но мы все же опаздывали, приезжали к 9:00. Сидели просто пробки, они не шли, они просто стояли. Раньше учился в 173 школе в Салмачах. В пробках надо было рано вставать, в пробках долго стоять неудобно, а сюда можно и пешком дойти. О нашей проблеме знают уже многие давно. Школа нам была давно очень нужна, детишек у нас очень много. Мы очень рады, что мы наконец-то построили школу, что наши детки будут вставать в положенное время, будут близко ходить в школе. Школа частично решит и проблему с трудоустройством. На работу уже приняли 200 человек, 75 из них – учителя. Педагоги, абсолютно полный состав, полностью укомплектованы. Все они – местные жители. Мы рады трудоустроить людей. Теперь они тоже счастливы, что будут ходить пешком на работу. У лицея технологическое инженерное направление. Здесь есть кабинеты робототехники, 3D-моделирование, гончарная мастерская, 2 спортзала, 2 бассейна, просторная столовая. Профильные классы откроют на следующий год. Робобиология, виртуальной реальности. Вот если посмотрите на экран, мы сейчас путешествуем внутри клетки. Это уже новый многопрофильный лицей «Унбер» в Арт-Сити. Химико-биологическое, математическое, лингвистическое, гуманитарное направление. В лицее будут разрабатывать свое мобильное приложение для учебы. Новые форматы, новые технологии и преподавание, и оценки знаний, они будут происходить вот на этой площадке. Уверен, что будущее образовательной системы за подобными школами. Лицей – самая большая школа Казани. Здесь будут учиться 1500 детей. Школа поможет разгрузить соседнюю 121-ю, где дети учились в 2 смены. Школа очень яркая, красивая. Ожидание хотелось бы, конечно, как она вот такая красивая, чтобы и обучение, и все дальше было также интересно. Некоторые преподаватели школы специально переехали в Казань из Казахстана, Санкт-Петербурга. Для обучения русскоязычных детей татарскому собрали целую команду педагогов. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, Руслан Хуснудинов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань, Пестричинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.